они будут открыты. Так. Ох, как жарко. Сейчас там направо. Я, кстати, бил в этот самый сразу эту Белла Касс. Бил, так бил, хорошо. Не, просто есть в этом самом. Белла Касс, отель. А к этому, смотри, где-то здесь должно быть Синсин. Что? Синсин где-то здесь должно быть. Что? Где мы вчера были? Зисис. Синсин. Зисис. Таверна Зисис. Так, что успело. Два мотоцикла. Прямо. На дорогу надо в другом направлении выехать, да? Мы все время в другую сторону ездили. Как-то мы, по-моему, тогда вот с тобой как-то прямо поехали. Да, вот туда. Надо было нам. Или... А мы с тобой вот туда поехали. И уперлись, да? Тупики. Нам больше заправляться не надо будет, надеюсь. Вот этим штабом уже, блин, наездили 440, где-то 800 километров, что ли, да? Наташа. Да, я смотрю. По-моему, было 2600 с каким-то. Направо повернуть там. Потом под мост, да, лево. Вот здесь мы заезжаем на автобусе. Да. А как тут? Мы не в Херакле, а зачем нам туда? Там дорога, по дороге в Херакле. Так налево, да. Туда показывают налево опять. Наташа, там Хани. Нам вот как лево. Как из этих двух дорог. Вот смотри. Сейчас мы идем на Ираклево. Между Панамо и Бали было 10 километров, да? Да. По-моему, ты тогда говорил. От Панарма до Ретина было 22. А тут 27, значит 5.
Просто, по-моему, ты в прошлый раз говорила, что там 10 километров. Я не говорила, я не знаю. Ты меня спрашивал, сколько дар от 3 минут до Паттерна? В прошлом году ты говорила, что там болит 10 километров. Едем в Бали. Возможно, возможно, увидим Игоря или Илью. В любом случае прогуляемся, покупаемся на пляже Бали. Может, полетаю где-нибудь. Знакомая дорога. В прошлом году мы тут ездили на машине, да? Возвращаясь в отель. Да. Лиана. Ну, здесь полно заправок. Да. Национальная дорога. Вчерашнее приключение, да? Неожиданно так. Нам нужен бензин. Да, поэтому заправляться нужно по выезде из Паласара. Потому что следующая заправка, либо уже проехав поворот на Элафонисе, либо где-нибудь там, в сторону Хани, либо спуститься вниз деревню Элос. Как все медленно едут, странно. Утро. Ну, уже скоро полдень. Проснулись. 11:16. 80 километров, съедут 60. Сига-сига. Там потом уже никогда не денешься. Кто-то первый, значит, едет так быстро. Вон я вот вижу, беленькая машина впереди. Никогда не спеши. Ну да. А на автобусе сколько было по времени? Помнишь, или темно? Минут 30-40? Там есть, да, остановки. Ну сколько раз? На один раз на автобусе же ездили, да? Или два? Да. Один раз, потом все время на машине. Да. Я по Кате. Покакивала. Ева покакала. Здесь 50. Вот здесь надо ехать 50, все едут 70. Thank you.
передаешь. Радар. Даже не несутся, ты там радар. Десять сухих сосед.
Там было по норму у нас съезд, да, мы съезжали. Когда возвращались. Закончилась музыка? Или не ловит здесь этот канал? А, это не понятно. Не похоже. Я же не вижу. Похоже. Сюда давно. Хотя, может быть, еще рановато, по нормам там. Вот это дарты сети. Да, вот видишь. Вот сейчас будет съезд по панорам. О, видишь? Набираю. Рама какая-то. Thank you.
Просто таверны? Удивительно, не на берегу моря, да? Типа, старается не таверны туда к морю ближе, да? В стороне. Хотя, с другой стороны, это в обратном направлении, да? От моря, да? Туристы заезжают, когда возвращаются. Я вот думаю, что надо купить какую-то открыточку, что-то на кнопке написать. Но, правда, у нас физической открытки нет. И в сумочку положить записку. Ну, открыточку, записку. Если мы там не увидим. Привет, мои зрители. Ваши подписчики вас не застали. Ну да. А у тебя есть ручка? Нету. Ручка? Я что-то мужик какой-то. Ой, да, взять ручку и написать в каком киоске. В какой тавере. Купим. А? Ну купим тогда. Да можно взять и попросить написать и отдать. Да нет. Я не знаю, там рядом они. Вот как будет. Смотря где будем оставлять. Смотря где оставлять будем. 8-8 километров. По сути, блин, вот сейчас нужно было бы быть камером, если так 5 километров. Вот. Что там съезд, учитывая. Грузовичок. 2 целых по месяцу дают. Что-то как будто здесь он едет медленно. Полный, что ли? Так медленно едет. Удивительно, если зимно, такая большая дорога, достаточно важная, да, и одна полоса, здесь вот, зимно в Бхане, вот странно, учесть, что Бхане бывшая столица, да? Ну, в основном все у них, типа, кстати, индустриальные объекты, это все равно в Ираклионе находится. Ну, дорога почему? Такая большая, не широкая, гудящая. Наверное, мне после Элопонесии болит ухо. Надуло. Я вчера, наверное, так и думала, что у меня ухо там надуло или продуло. Болит? Смотри, вот я вот что-то вот такое внутри, какое-то воспаление. Такой ветер, что понимаешь. Продуло ухо? Наверное, да. Что, болит теперь? Ну вот весь. Блин. Типа как прыщик какой-то. А прыщик просто или... Да. Нет, там ухо не болит. Надо к доктору. Надо. Так, Ираклион уже такая, не такая дорога красивая, да? Там горы уже, красивые. Да, основные горы. Thank you.
должен быть же указатель, правда? А, да. Вот это, по-моему, не заходит. Классный спуск. Натали Бали. Натали Бали. Как называется? Ну, монастырь Натали. Может быть. Я знаю, что не слышала такой отель из Натали Бали. Но он раньше так назывался Бали, Натали. Направо. Через 600 метров двигайтесь прямо. Затем повернуть направо. Бали. Бали. А вот. Короче. Белпан. Затем повернуть направо. Бали. 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 Натали Бали. Повернуть направо. Затем повернуть направо. Горное село, да, так? Сколько я видел этот поселок, да, на этом видео. Там кто-то писал, что едут в этот самый, в Кривелле. Или писал, может, встретимся. Завтра тоже там буду. А может, как-то возле отеля положить? Я повесить в отель? На... Ну как? Растает? Ну, а мы точно, ну, посмотри, на... а мы точно найдем такой же какой-то там переход? Не перепутаем ничего? Георгиес? Да. Где-то тоже... там рядом? Я не помню. Где там рядом? Ну и я не помню, найдем. Спросим. Язык до Киева доведет. Белла касса, апартамент. Ну куда есть? Через 300 метров поверните налево. Затем поверните налево. Ну, зовут статуя стояночки. Бали.
затем поверните налево. Поверните налево. Затем поверните направо. Сюда? Опа. Они как-то там спускаются. Да? По-моему, не так же, но... Поверните направо. Затем поверните направо. Здесь только... Не разъедешь с автобусом, да? Да. Валидичка. Как тут автобусы проехали-то? Офигеть. Крицкие? Там? Наверху? Похоже, как на их машину. Полиция. Где-то там чего идет. А может быть, сомневаюсь. Поверните направо. Затем поверните налево. А даже поверни, пожалуйста. Ты же дурак, что ли? Дверь закрывать надо вообще-то иногда. Грех какой-то. Поверните налево, затем поверните направо. Ну, на пляж какой-то приехал. Да. Как нам выехать? Да. Развернитесь. Затем что? Поверните направо. Здесь это была касса. Есть. Но они говорят, что у них не на этот самый. Где-то мы проехали. Была касса. Где-то заехать, остановиться. Частная парковка. Это вот здесь это была касса. Смотри по сторонам. Поверните направо. Затем поверните налево. Да, надо. Хорошо. Извините, кем делаю Белла Касса Хотел? Белла Касса Хотел. Я? Вот здесь, я? Which one way? All right? Straight. Okay. Also, yeah. Yeah. No, the left. Yeah. You go up there. On this car, yeah? Yes. Okay. Yeah, okay. And you see two roads. Yeah. You go to right. Right. Okay. Thank you. Странно, что он не показывает. Через 300 метров поверните направо. Затем поверните направо.
Может быть, когда другая дорога еще есть? Это вот, я думал, вот этот отель. Что-то вам не казалось. Затем поверните направо. Почему его не было видно? Я думаю, показать. Не, может, я ошибаюсь. Но мне очень показалось, что это желтенький отель. Что-то я не запомнила. Далеко еще показывает. Направо. Вон дорога налево, нам направо. Что-то не написано. Угу. Две две дороги, одна налево, другая направо. Сюда. Вон. Форма Санталия. Калимера, а Белла Каса Хотель. Вы сей? Там попадем. Сюда нет. Так, ладно, я пойду. Вы поставим машину, наверное, здесь. Пойду схожу. Посмотрю, да? Да.